Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть «Привет, сосед». Я думаю, ты заметил, что у меня в последнее время выходили видео пореже. Причина этому есть, не беспокойся, это не просто так. Но да, я думаю, никому не интересно слушать, что это за причина. А что происходит вообще? Я что-то подзабыл немного. А, да, я говорил, что мне придется начать игру заново, но добрый человек подсказал мне, что на самом деле заново начинать не надо. И мне надо добраться... до той комнаты, ядрите, я не помню, где она, которой... Эй, слышь, это некрасиво. В которой находится... Короче, ладно, ты сейчас увидишь. Я пока не умею разговаривать. Я отвык чуть немного от съемок со своими этими всеми делами. Да какой? Ты чё, вообще сдурел? Какая камера? Шла отсюда. Ой. Ладно, шла отсюда вон. Хорош. Можно, может быть... Ладно, в эту комнату я не пойду пока что. Можно, может быть, провести стрим по соседу. Хейво зе, в общем-то. Я пока не знаю, как лучше сделать. Напиши в комментариях, хочешь ли ты стрим. Разумеется, видео я выложу, нарежу, помонтирую. Все эти дела будут. Просто я не знаю, стоит ли об этом запариваться. Он лезет сюда. Ладно, я тогда дальше отсюда лучше пойду. Вот эта шняга мне, в принципе, тоже не нужна. Подожди. У меня мозг пока работает не совсем правильно. Я пока не очень понимаю, что я хочу сделать и что вообще происходит. Положи это обратно. Положи это обратно. Ну нихера ты как сдалека положил. Так, возьми. Возьми, кидай. Дурак, что ли, я не понимаю? Там Артемка прыгает. Да тихо, хорош, Дэнси. Что ты творишь? Кидай. Хорош, провази. Ебать ты, дурачок. Просто такой медленный, такой глупый. Да хорошо, да беги. Киса, тихо. Он прям надо мной. Он ушел. Кажись, он ушел. Кажись, перенесло. Наверное, хз, пошли посмотрим. Артемка, ты че вообще там? Задудонился, я не понимаю, ты где? Так, тихо. Да, он закрыл дверь. Там что-то бурчит. Залазь. Да блин, ну че дверь-то не открылась? Так. Да открой дверь, я тебе говорю, дурашка ты! Смотри, в чем проблема? Я бегу, открываю дверь, и потом сразу же сам головой ее и закрываю. Такой-то я херенный пацан. А мне надо... провернуть все это гораздо более аккуратно. Мне надо как-то вот туда вот запрыгнуть и со стороны это открыть. Что это сейчас было? Аж Артемка окно разбил от недопонимания. Что это сейчас было? Что сейчас произошло? Я только что взял и подтянулся к двери. Что? Я так понял, что я нажал Е слишком долго, и поэтому он начал... пытаться заглянуть в замочную скважину. То есть он как бы подлетел к двери для того, чтобы заглянуть в замочную скважину. Хорошо, молодчина. Е! Первый этап сделан, дверь открыта. Я думаю, еще минус твои уши, потому что я, по-моему, только что прям в микрофон крикнул. Сорян, прости меня, я не хотел. Теперь мне надо каким-то раком туда вот прям залететь. А! Окей, так оказалось проще, я думал. И зачем я сюда? Ага, ради вот этого вот ключа. Тут нарисован у нас дом, тут нарисована у нас какая-то еще штука. Хорошо. Я думаю, что на этом уровне еще дофигища всяких секреток, которые я не пооткрывал. Ну, в принципе, и пофигу, потому что мы еще все это успеем открыть. Мне надо отсюда просто уйти? А, мне надо отсюда просто уйти. А зачем? Чувак, у тебя подбородок будто живет отдельной своей жизнью. Он пытался от тебя убежать. О, что, куда, как? Я найду тебя. Нет, Артемка, не надо. Хер тебе, я найду тебя. Подумал про себя Артемка, но ничего не сказал, потому что у него усы мешают говорить. Мы прошли еще одну главу. А? Это мой сон? Все это мне просто приснилось? Я закрыл свою собственную дверь. Ну, обалдеть теперь. Не, подожди. Это начало того самого. Того самого вот этого. Две музыки, работающие друг с другом, это не очень хорошо. Так, посмотрим, что у меня в ванной. Ванна у меня... Вау. Либо этот унитаз какой-то кривой, либо у главного героя какая-то очень неправильная форма жопы. Так, ладушки, а ладушки. Раньше нам приходило письмо, и это письмо мы смотрели, и дальше мы разбирались. Это конец?
Да ну нет, это не важно, конец. Откройте, выпустите меня отсюда. Оу. Да-да-да. А, вот оно письмо. Это я так понял? Вот то самое. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. You do not... Типа, вы не заплатили, наверное, за хату, пожалуйста, выметайтесь отсюда. Он такой говорит, ух ты, ё-моё, что ж я буду делать? У меня всего два яблочка, разделить не с кем. Ладно, свалю отсюда. Возьму эту книгу и эту книгу, а другую книгу не буду брать, потому что мне никогда не нравилось. Посмотрю в шкаф, из шкафа достану несколько вещей. Класс. О, еще одно яблоко, я очень люблю яблоки, но это яблоко я брать буду. Да, я буду брать яблоко, потому что оно мне нужно. Одно яблоко — это плохо, когда нет ничего другого. Мне нравилась эта хата. Мне нравилась вот та картина, которая у меня из окна. Там птичка. Люблю птичек. И все. Шва отсюда, ворона! Я не понял, то есть то мне все снилось? Того не было? Или было? Я думаю, что было. Наш главный герой, наверное, в детстве попался к соседу и сбежал от него, а теперь он едет туда. И теперь он, наверное, купит тот самый дом, из которого он когда-то сбежал. Или вот все это просто присел... Я не знаю! О, строящийся дом. Музыка мне нравится. Вот он. Это дом Артемыча, но он нормальный. Помнишь, там он был неадекватный, с воротами и так далее. А тут он без ворот и вообще такой нормальный. То есть, я так понимаю, ему это все приснилось. Или это не дом Артемыча? Блин, какой я убогий дом, конечно, купил. А, я помню его. Я помню этот дом. А? Мне уже звонят туда? Да-да-да-да-да, сейчас возьму. Мне надо только войти. Секундочку, повисите на линии. Моментик, моментик. Как мне звонят в дом, в который я еще не успел въехать? Сюда привели телефонную линию до того, как сюда кто-то приехал? Так возьми телефон, тебе звонили, дурашка. Фу, упахался, устал. Ехал на машине, устал. Вау, у него аж лицо вот так. Аж сжалось. Да-да-да. Алло. О, нет. Наверное, просто галлюцинации. Не нужно было есть эти грибы. Он все еще стоит там. А, не, уже не стоит. Ладно, я лягу спать. У него из-за того, что в детстве... Я думаю, что это все же было. У него из-за того, что в детстве были проблемы... Теперь его плющит. Или это все... Это все сон! Да это все сон! Да-да-да, ребенок! Вон опять Артемка, опять какого-то ребенка пытается загнать к себе. И все. Вау. У меня такой-то неплохой дом. Я не понимаю, либо главный герой бредит и с ума сходит, либо это нам все снится. Капитан Соус. Я не знаю, что именно нам снится. Ладно, мы потом обсудим сюжет, мы с этим всем разберемся. Первый вход, он самый сложный. На самом деле нет, он самый простой. Он спит. Артемыч спит. У него какой-то ребенок орал, а он пошел спать. Типа, пфф. Разве меня волнуют какие-то кричащиеся дети? А я сварю у тебя стул. У меня дома нет стульев, будет теперь стул. И еще один стул, я тоже заберу. Потому что у меня мало стульев, и я очень их люблю. По-моему, он встал. Он встал. Самое время тягать. Это обычный дом тот самый, который мы с тобой проходили кучу-кучу раз. Прям буквально кучу раз. Вот здесь у нас мини-игра. А я заглянуть уже сюда не могу. Извинили, извинили. Раньше был такой баг, что можно было заглянуть и вот так вот прям руками вытащить оттуда стул. Так, вот это у нас закрыли. Теперь нам нужен гаечный ключ для того, чтобы это открыть. Электричество вырубать не буду, потому что тогда Артем очень расстроится и пойдет меня искать. Я не хочу, чтобы меня искали пока что. Я хочу спокойненько ходить, никого не привлекать, никуда не отсвечивать, никаких проблем не поиметь. Тихо. Ты слышал его, да? Ты слышал его. Я знаю, что ты его слышал. Он шел по травушке-муравушке. Отсюда сейчас кто-то будет стучаться. А я такой, опа! Опа! Такой красавец вообще, прыгаю как мастер. Так, у нас здесь... Ага, это все стандартно. Здесь у нас закрыто, здесь у нас закрыто, здесь у нас ключи. Ну это все классика это. Ага, то что надо. Давай я для тебя открою. Сюда иди. Давай. Беги. Сейчас я вот так вот прыгаю сюда. Какое окно ты там разбил?
Слышь, ты страшные вещи-то не твори. Давай сюда. Артём! Артём! Слышь, алло! Сюда! Сюда иди! Ну что ты закрыл? Иди сюда! Вот! Вау! 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 Алло! Дай я кину в него чем-то. На! Вот. Он пошел ломать дверь. Муа. Артемка, ты просто ювелир. Просто молодчина, просто красавчик. Окей. Мне просто интересно, что он будет делать дальше. Если я сейчас подойду, он меня поймает. Кстати говоря. Шел ты в бане, чувак. Просто иди ты в пень. Я пошел от тебя. Ты какой-то неадекват. Так, теперь мне надо от него отвалиться. Мне бы, кстати говоря, знаешь, чё? Чайник. А почему чайник у меня стоит там? Я чё, чаи не гоняю? О, у меня два чайника. Яишенка! Хо-хо-хо. Артёмыч, хочешь яишенку? Лови яишенку! Вау. Очень странно летающая сковородка. План входа у нас, в принципе, простой. Берешь эту самую, и кидаешь. И тикаешь. Ты тикаешь, я тебе говорю, тикай! Молодчина. Теперь он пойдет туда смотреть. А кто это разломал мое окно? Кто это сделал? Даже не знаю. А я такой, оба, я ж сверхразум. Иду сюда. И кручу вот это. Залажу. Бегу. Обалденный я сверхразум просто! Закрывай! Мистер Камеров, шли, пожалуйста, нах. Ты прав надеялся, что это меня остановит? Это меня не остановит. Я возьму джедайскую лампу и пойду дальше. Замолчи, плиз. Он за не меня. Он вон там ходит. Вот. Первая дверь открыта. Питулю. Отлично. Так, теперь у нас есть вот это вот. Вот это вот самое вон то. Откроем дверь. Вот они камеры. Выключим камеры. Потому что камеры мне не нравятся. Я лично хейчу камеры. Это моя самая большая ненависть во всей жизни. Камеры. Если ты... будешь хотеть знать, чего я ненавижу в своей жизни больше всего. Вот теперь ты знаешь, где сраный ключ. Он был здесь. О, кстати, ты мне пригодишься тоже. Давай тогда просто возьму вот так. Шло вон отсюда. И все. И красиво, и хорошо. И прям вообще, муа. При помощи зонтика отсюда свинтить. У-ху-ху! Где вы там? Где ты там, Артемыч? Артем Батькович, вы куда делись? Мне показалось, что он там с фонариком на меня так и пялится, типа. Ты не охерел? Входите сюда, пока я здесь сижу. Только в окно не выпрыгивай. Я не знаю, что у тебя за ненависть. А! Раз мы знаем, что он с этой стороны, то мы знаем, что он с этой стороны. В принципе, нам это ничего особо не дает. Он меня не увидит? Ты держит. Ух ты, ёпта! Сорян! Сорян, ладно, я потом все это сделаю. Пока что мне это и не надо. Да иди тебя каретой, мать твою! Вот, хорош. Было чудо. Прыгай нормально, плиз. Красава. Так, теперь ключи. Втягивай. Кидай. Подбирай. Молодец. Теперь прыгай. Ну как хочешь, в принципе, мне не особо это и надо. Где-то он здесь ходит. Ты видал? Я прям ни разу еще ему не попался. Вот ты, наверное, в комментарии говорил. А какое? Ты слишком быстро попадаешься. А я взял челлендж и не попался. Постукаришь? А не стукарь. Оу. Ты поглядите на него, тут все изменено. Ничего я включать не буду. А, нет, все такое же, я просто немножечко подзабыл. Так, это у нас почти открылось. А зачем мне сюда? Кто скажет? Поднимите руку, кто знает. Я нет. Бочка! Ты что здесь стоишь? Так, вот только Артемка. Собакин, ты сын, не говори, пожалуйста, что ты сейчас здесь. Ты что, дурак, что ли? Я не понимаю, тебе жить надоело? Что? Что? Я застрял? Нет? Что происходит? И пати калаврать, я просто не понял, что сейчас произошло. Какая-то страшная вещь. Так, вот мы здесь. И ради чего? Я ничего не вижу. Вот ради чего. Чтобы понять, что я ничего не вижу. Здравствуйте. Так, я могу туда спуститься. Здесь у нас... водиться. Чтоб напиться. Но мне туда не надо тоже. Водиться. Никакой акулы не водится, я надеюсь. Какие-то зеленые. Что, у нее ссал, что ли, каждый день?
Тогда напрасно, наверное, сюда пошел, если это правда. Но как это действительно странного цвета. Не зеленое, но странного цвета. Не подведи меня, зонтик. Джеронимо! Давай, ну! Ну я оскорблен, обижен и прям вообще в печали. Ну и что это было? Хорошо. Нагло поступаю, прям такой борзый. А, я понял. Я понял. Я все понял! Я все понял, моя ошибка была ясна. Я ошибся. Воу! Нормально. Видал, никогда у меня не получалось так влететь в окно. Так шустро, прям с пол припрыгай, такой храс. Слушай, а может быть мне просто без зонтика, типа вот так вот как-то. Ну а я о чем говорю? Зонтик он такой. Его хлебом не корми, дай подставить. Давай я коробкой туда сразу кидану. Чётенько. Здрасте. Что это у нас? Так, это, по-моему... Подожди, что? Подожди, что? Я спрашиваю, потому что я нихера не вижу. Вот почему я спрашиваю. Так, выруби музыку. Хорошо, это нам понадобится. Это будет будить цветы. То есть выращивать цветы. А что это там? А что это там у нас? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю. Ну... Окей, это была такая попытка. Не очень хорошая. Тихо, нет, не-не-не, Артемыч, тихо, стой, Раш, фу. Я имею в виду, иди сюда драться, я тебя побью. Я тебя не боюсь. Че ты постоянно там своей жопой махаешь? Тебе нравится это делать? Мне нет. Йо, бля, ты меня испугал. Так, все, я понял. Встаю сюда. Кидаю вон туда. Поднимаюсь. Ты, сука, дебил! Зачем ты опять сдох? От чего? Я просто там даже... Ты даже не упал ты даже! Как ты умер? Как? Как? И все. Все, что я делал, Артемка снова сбросил. Каким образом ты сдох? Вот дятел ты низкоинтеллектуальный. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все. Мы сделали обалденно здоровый прогресс. Мы прошли один этот акт. Мы почти что мы все это пооткрывали. В принципе, нам осталось добраться вот туда, вот там вот что-то сделать, что-то то-то, ро-то-то-то. И у нас что-то получится. Я что-то сделаю, и что-то выйдет. Поэтому, да, зато у нас теперь светло. Это, в принципе, то, что мне нужно. На этом все. Всем пока-пока-пока и удачи.